Проект, созданный ИНК при сотрудничестве с ИГУ, охватывает три ключевых направления. Для учащихся доступны научные лекции и практические занятия, профориентационные мероприятия, а также знакомство с представителями компании. Это позволит будущим специалистам войти в мир промышленности с уверенностью и знаниями. Так, на занятия в новом сезоне уже зарегистрировалось около 300 учащихся. Надеюсь, в следующем сезоне, который будет в этом учебном году, мы порадуем новой олимпиадой, которая может быть, даже позволит поступать в некоторые вузы без экзаменов. В новом сезоне ученики 7-11 классов пройдут курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Обучение бесплатно и доступно как в очном формате, так и в онлайн-режиме, чтобы к занятиям могли подключиться дети из отдаленных районов. Почти первый раз, потому что уже наслышано о том, что детям помогают готовиться к школе, к экзаменам. Восьмиклассница Ирина Широковская – амбассадор проекта. В прошлом году ей довелось заниматься 3D-моделированием, где она проявила себя и была признана лучшей. В качестве подарка от ИНК Ира посетила Иркутский завод полимеров в Усть-Куте. Говорит, так понравилось, что пришла на проект снова. В этом году я решила прийти, потому что мне понравилось. Я захотела продолжить свою деятельность. Я пришла ради интереса. За 5 предыдущих сезонов обучения в Академии прошли более 5500 учеников. 6-й сезон Академии ИНК продлится до декабря. Присоединиться к обучению можно в любое время. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте. 5-й сезон прошел на высокой ноте. Я считаю, что в очередном 6-м сезоне будет еще больше участников. Мы, как обычно, есть у нас партнеры, Иркутский государственный университет, институты другие, которые представлены в городе Иркутске. Мы развиваем, как обычно, детей по математике, физике, химии, информатике, русскому языку. Поэтому считаем, что все эти направления очень важны для будущего специалиста. Надеемся, что кто-то из них будет работать в Иркутской инфокомпании. Финалисты Академии получат подарки, а старшеклассники смогут рассчитывать на дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в ИГУ. Алена Линцевич, Артур Ращупкин, «Новости сейчас».